другом случае у человека еще были переломы ребер. Также в пути их сопровождали два врача. Мы будем на вертолетах обслуживать ДТП. Вылетать, например, к пострадавшим на поле, например, комбайнер получил травму тяжелую, туда его транспортировать можно только на тракторе. А вертолет может сесть, и мы сможем оказать качественную помощь непосредственно на месте и транспортировать его в специализированный центр высокотехнологический.